Такое долгожданное для всех питерских «Х-менов» событие. Чемпионат России в классе L6 стартует в Приморске целую неделю динамичных, драйвовых, ночных, сложных, легких, в общем, гонок, которые будут вызывать эмоции у «Х-менов» с 10 яхт. Это классическая лодка, которая была построена еще в Советском Союзе, деревяшка, но такая любимая лодка. Ну что ж, чемпионат России в классе L6, погнали! Гонка была интересная, но ветер был неровный, и мы не сразу определились, можно было идти под северный берег, можно было идти под южный берег, но мы решили идти по центру дистанции, и в принципе это оказалось верным решением, потому что после огибания вешки мы шли первыми, вот, но, к сожалению, перед финишем Ника, знаменитая яхта, она нас обогнала. Десят морских миль, 12 часов гонки, лодки уже показались на финише, ну и, конечно, мы обязательно узнаем, что же ребята пережили за эту ночь. В какой-то момент мы, по-моему, даже пятыми шли, да, в этой гонке. Потом потихонечку вырвались вперед, даже первыми шли. Вот на подходе, около терминала, мы там, в общем-то, лавировку хорошо достаточно прошли. Но вот между Равицей и берегом там вообще ветра не было. И поэтому, естественно, стояли. А Лена, она прошла ближе к берегу там. Ну, и она более легкая яхта, поэтому и такой ветер как раз на руку был. И мы никогда не шли первыми. Только вот на последней лавировке нам повезло. Ну, они пошли в порт, а мы за остров. Оказывается, за островом дуло там нет. Ну, хочется нормально провести это время. Бани, сауны, гонки, может быть, победы. Личный настрой, хорошая гонка, интересная была. Все замечательно. В смысле, что будет тяжело, не просто, отдых, гонка, отдых, гонка, отдых, гонка. Настрой боевой, хочется занимать призовые места, будем очень стараться.